Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наше исследование на тему «Как вел себя перед казнью старший брат Ленина?». Восьмого мая 1887 года во дворе Шлиссельбургской крепости были повешены пятеро участников подготовки покушения на императора Александра III. Среди казненных был старший брат Владимира Ульянова Ленина Александр Ульянов, которому тогда исполнился всего 21 год. Семья Ульяновых принадлежала к провинциальной элите царской России. Отец семейства дослужился из низов общества до чина, дававшего потомственное дворянство и требовавшего обращения к нему от нижестоящих «ваше превосходительство». Мать – наследница богатого еврейско-немецкого семейства, также получившего выслуженное дворянство, реальная землевладелица-помещица. Ни в одном высказывании и деянии родителей Ленина не проскальзывало и тени недовольства существующим строем. Но, как часто бывало в Российской империи, дети обеспеченных родителей решили отречься от старого мира, и первым стал старший сын в семье Ульяновых – Александр. До окончания Александром Ульяновым Симбирской гимназии никто тоже не замечал в нем будущего революционера. Но молодой человек после этого оказался в Петербурге на естественно-научном отделении университета. А быть студентом в России конца 19 века – это только в исключительных случаях означало не поддаться господствующим в этой среде радикальным настроениям. Не смог устоять и Александр. До третьего курса он проучился еще довольно хорошо, даже получил золотую медаль за курсовую работу. Но уже в это время Ульянов связался с подпольной революционной организацией, созданной Петром Шевырёвым, сыном богатого купца. Организация назвала себя террористической фракцией народной воли и поставила себе целью совершить убийство царя Александра III 1 марта 1887 года, в шестую годовщину того дня, когда члены народной воли убили его отца, Александра II. Ульянов не только принял идеологию и цели организации, но и стал одним из ее самых активных участников. Он написал устав подпольного общества, он же купил взрывчатку, которой планировалось зарядить бомбу для цареубийства. В разгар этой подготовки, всего за несколько дней до намечавшегося покушения, организация была разоблачена охранным отделением, ее члены арестованы. Семья Ульяновых находилась тогда в затруднительном положении. Только что умер отец Илья Ульянов, и мать Мария, урожденная Бланк, выхлопатывала пенсию, положенную вдове и детям умершего чиновника высокого ранга. Она едва успела это сделать, как пришло известие о новом ударе. В Петербурге арестован ее старший сын, ему грозит смертная казнь. Мария Ульянова надеялась, что к ней в Петербурге отнесутся не как к матери государственного преступника, а как к вдове почтенного сановника. Для этого были все основания. Царское правительство редко переносило свое отношение к патентованным врагам режима на их родственников. Возможно, как показала практика, оно зря так делало, но в христианском государстве, каким была Российская империя, не было и не могло быть закона о семейной круговой поруке за преступление. Мария Ульянова поехала в Петербург просить за сына. По пути она узнала, что уже состоялся суд, вынесший смертный приговор всем 15 арестованным участникам террористической организации. Оставался один путь, последний, к которому прибегали родственники осужденных на смертную казнь в царской России. Просить самого государя в личном прошении о помиловании. «Уверена, мой сын никогда бы не совершил того, в чем его обвиняют», писала полуобезумевшая от горя мать Александра к его тезке императору. Царь, прочитав прошение Ульяновой, подчеркнул именно эту фразу в нем и написал на полях: «Плохо же она знает своего сына». Мария Ульянова получила также разрешение на свидание с сыном в тюрьме и убедила его лично написать императору прошение о помиловании. Советские историки не любили вспоминать этот эпизод, свидетельствовавший как бы о душевной слабости революционера, старшего брата самого вождя мирового пролетариата, и придумали легенду, будто Александр всячески отказывался это сделать. Представь себе, мама двух дуэлянтов. Один уже выстрелил, промахнулся и теперь просит соперника не стрелять. «Я тот самый дуэлянт, и я не могу так поступить», – якобы сказал он. Однако факт остается фактом. Прошение Александра Ульянова о помиловании себя самого было им написано и отправлено к императору. Правда, оно было составлено в выражениях, свидетельствовавших о том, что Ульянов-старший не испытывал ни малейшего раскаяния в совершенном преступлении. Он просил помилования только ради здоровья и душевного спокойствия матери и родных братьев и сестер. По сложившейся в России традиции, царь всегда смягчал приговоры суда.
Так, из осужденных на смерть 53 участников восстания декабристов, Николай I оставил в силе смертный приговор только для пятерых. По-видимому, с тех пор в России сложилась традиция при пресечении и подавлении важных антиправительственных заговоров казнить максимум пятерых человек. Из участников убийства Александра II были повешены тоже пятеро. Александр III следовал этой традиции. Итак, ему предстояло смягчить наказание 10 из 15 осужденных на смерть участников террористической фракции. У Александра Ульянова была вероятность 2/3 остаться в живых. Тем более, что среди осужденных были те, чья вина была не менее велика. Например, Бронислав Пилсудский, старший брат будущего первого руководителя независимой Польши. Если Ульянов купил взрывчатку, то Пилсудский согласился изготовить из нее бомбу, которой планировалось убить царя. Однако император оставил Ульянова среди тех пятерых, которым предстояло быть повешенными. Почему? Возможно, роль сыграло то, что Ульянов, сочиняя прошение о помиловании, пытался вызвать у государя жалость не к себе самому, а к женщинам и детям. Он как бы намекал, что в случае его казни виновным в их бедственном положении будет не он, совершивший преступление, а якобы сам царь, отказавшийся его помиловать. Такого явного перекладывания вины с больной головы на здоровую Александр III простить, видимо, не мог. Было очевидно и еще одно обстоятельство. Именно Александр Ульянов в особенности должен был напоминать царю Софью Перовскую, одной из участниц убийства 1 марта 1881 года, дочь видного царского сановника. Отец Александра Ульянова, сын выкупившегося на волю крепостного крестьянина, сделал головокружительную карьеру, позволившую войти в сословие дворян ему самому и его детям. И все благодаря порядкам самодержавной России. А сын этого человека собирался убить императора ради неспровержения таких порядков. Это хуже, чем просто неблагодарность и покушение на убийство. Это предательство. Предательство главы семьи, собственного отца, который с ужасом бы отшатнулся от такого поступка сына, если бы еще был жив. И предательство главы огромной русской семьи, русского царя. Александр Ульянов полностью следовал неписанному кодексу революционной чести, сложившемуся в те годы. Он не раскаялся в содеянном, не сваливал вину на других, брал на себя все, что совершил. Его поведение разительно отличалось, например, от поведения большинства арестованных декабристов. Он сохранял полную выдержку и самообладание, мужественно шел на эшафот. Говорят, что Александр Ульянов был одним из немногих повешенных в тот майский день, кто согласился исповедаться перед священником и принять причастие. Об этой детали не упоминали советские биографы, считавшие, что сохранение в душе веры в Бога не к лицу старшему брату Ленина. А для истории осталось навсегда интригующей загадкой. Стал бы Володя Ульянов мстить за брата, то есть пошел бы он в революцию, если бы царь тогда казнил вместо Александра Ульянова кого-то другого из осужденных, а его отправил бы на каторгу. Но история имеет сослагательное наклонение только в фантазиях писателей. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.